Приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». В сегодняшнем видео у нас обзор на семерку радар-детекторов с AliExpress с рейтингом лучших. Ссылки на все товары будут представлены в описании под этим видео, можно будет перейти, ознакомиться и заказать. Первый у нас пятерки, вот такой радар-детектор от бренда Kadar Pro 960. GPS-навигация, 360 градусов угол обзора, радиус действия до 1 километра. В комплектации идет один радар-детектор и, соответственно, кабель подключения. Стоимость данного устройства 2283 рубля. А что касаемо более подробной информации, ниже есть раздел «Общая информация и характеристики». Здесь можно будет более подробно ознакомиться со всей информацией, необходимой, да, для каждого товара. Например, вот как здесь указано, дальность срабатывания сигнала 800 метров. Поэтому здесь можно будет более подробно изучить каждый представленный товар, который мы с вами будем рассматривать. Что касаемо рейтинга, рейтинг здесь высокий, 4,8 из 5, товар доставлен был очень быстро, соответственно, да, проверили, обновили базу, все работает, упаковано было все качественно, поэтому каких-то дефектов при транспортировке здесь не было. Вот таким образом выглядит в реальности данный радар-детектор, и, соответственно, все комплектующие идут вместе с устройством. Следующий у нас вот такой радар-детектор, 3 в одном, автомобильный видеорегистратор и радар-детектор, GPS-навигация, записывающая камера в комплектации идет, да, то есть полностью у вас идет 2 в одном и радар, и видеокамера автомобильная. Голосовое оповещение, предупреждение скорости, то есть здесь у вас будет показываться, да, что насколько вы превышаете скорость, будет оповещать вас голосом и также будет заблаговременно оповещать о том, что где-то в радиусе 1 километра находится камера у вас на пути. Здесь можно выбрать с карты памяти и без карты памяти. Само устройство стоит 4618 рублей. Рейтинг здесь высокий, отзывов немного, но пишут, что доставка была очень быстрая, качественно упаковано все, никаких повреждений у товара при транспортировке не было. Угол обзора 360 градусов, соответственно, радиус действия до 1 километра. После проверки все работает, как написано было в описании. Следующий у нас автомобильный радар-детектор с английским, русским языком, 360 градусов угол обзора, оповещение о скорости, голосовое оповещение, предупреждение, 16-полосный светодиодный дисплей, а также оповещение о нахождении камеры в радиусе 1 километра. Выбрать можно нескольких цветов, красный, синий и черный. Стоимость товара 584 рубля. Что касаемо рейтинга, да, то пишут, что неплохой товар, тем более за свои деньги, в любом случае проверили, все работает. Следующий у нас вот такой радар-детектор Mystery, 2470 рублей его стоимость, ловит стрелку. Что касаемо данного устройства, то идет в комплектации с вот такими присосками на лобовое стекло и, соответственно, все упаковано в коробке. Что касаемо отзывов, рейтинг здесь высокий, пишут, что приехало очень быстро. Единственное, что, говорит, есть нюансы, что почему-то на треноге, которые переносные, не срабатывает как-то через раз. Но, мне кажется, это момент такой, что, может быть, там база не обновилась, да, либо же какие-то, скажем так, дефекты были, может быть, у самого устройства. Следующий у нас вот такой вот автомобильный радар-детектор, лазерный детектор радара, оповещение сигналом, безопасная скорость, на английском, на русском языке, голосовое оповещение есть, в комплектации идет с вот таким вот антискользящим ковриком и, соответственно, зарядным устройством от прикуривателя. Стоимость данного устройства 630 рублей, рейтинг здесь высокий, отзывов мало, но, однако, пишут, что, в принципе, здесь все просто понятно, кнопка включения, выключения, кнопка меню, да, и, соответственно, все, что нужно от данного устройства, оно предоставляет. Следующий у нас вот такой автомобильный радар-детектор, оповещение скорости, 16 диапазонов, лазерный радар с голосовым оповещением, с держателем для зарядного устройства, нескользящий коврик,
и электронная инструкция, да, с обновлением, то есть можно будет все самостоятельно установить, все настройки. Голосовое управление и оповещение сигналом о том, что где-то рядышком находится в радиусе 1 километра камера, и вы превышаете, к примеру, скорость. Стоимость данного устройства 812 рублей, отзывов мало, но рейтинг неплохой. Пишут, что в любом случае товар соответствует описанию, да, и, соответственно, оповещает о том, что где-то рядышком находится камера. Ну и последний у нас в семерке радар-детектор Xiaomi STR520, цифровая обработка сигнала. Стоимость данного устройства 3542 рубля. Простенький в управлении, да, ничего как бы здесь тоже нет сложного. Зарядное устройство в комплектации идет, поэтому подключили и можно пользоваться. Также в радиусе 1 километра оповещает о том, что находится камера где-то рядом. По отзывам можно сказать, что данный товар соответствует описанию и его рекомендуют к покупке. Вот такая семерка радар-детекторов у нас получилась. Все представленные товары идут с AliExpress, их ссылки в описании под этим видео, переходите и заказывайте. Также не забывайте подписываться на канал «Все о стиральных машинах и бытовой технике», оставлять комментарии, оставлять свой лайк, и всем до новых встреч, пока-пока!